О, здорово. Привет. Че это ты к нам в магазин устроился? Не знаю, я подзаработать хочу. Ясно. А че продаешь? Да, гранаты, гранатометы и так далее. Ну-ка, че у тебя там? Хорошие вещички. Будете брать, товарищ майор? Ну, не знаю, не знаю. В прошлый раз я свой автомат оставил там. Сколько вон там М16 стоит? 5 тысяч. Беру. Вот. О, держи свою эпку. Спасибо, братуха. Да не что, товарищ майор. Ребята, угадайте, кто у нас устроился на работу? Мой близнец. Все верно. Смотри, что я у него купил. Новую эмку? За сколько? 5 тысяч. Нехилая цена. Может, тоже что-нибудь купить? Не знаю. Подумай. Тем временем у немцев. Значит, твоя задача – атаковать русских. Ты полетишь на вертолете. Управлять вертолетом уметь? Хорошо. Теперь иди к вертолету. Стой! Давай лучше я поведу вертолет, а ты с цепи спрыгнешь. Я подберу для тебя более подходящую позицию. Ты уверен, то, что выдержишь? Конечно. Тогда полетели. Слезай! Давай! Улетай! Кажется, все чисто. У них там целая армия. Потеря! В укрытие! Блин! Ну что, испытаем мою ямочку. В укрытие! Оттащите раненого! Эй, подкинь-ка мне гранатомет! Может, стингер, товарищ майор? Да стингер, гранатомет! Кидай все, что хочешь! Ладно! Нифига себе навороченный. Все. Хана тебе, фашист. Противник обнаружен. Вот и славно. Ой-ой. Противник уничтожен. Yes.